мы готовимся к празднованию Нового года в Припяти. У нас будет елочка. Главное, что она есть. И, кстати, елочку мы не с соболем, мы насобирали веточки, которые упали на землю. И так мы вообще против живых елок в квартире. А так можно. Мы замертвые. Открываем праздничный стол. Ну, это ж другое дело. Давайте, ребята, быстрее, потому что скоро Новый год. А сколько там уже время? Сейчас 11 часов. Через час уже наступит 2020 год. Мандаринка. Красно, как положено. Красный экран. У нас есть... О, шарики еще не было. Нормальные люди, как в Советском Союзе, до аварии атрибут новогоднего стола была... Всегда было. Икра. Нет, это надо любить. Кто так? Вообще не рекомендую. А икру... А у нас детское шампанское, на самом деле. Безалкогольное. А вот икру рекомендую всем, это полезно для зрения. Как нам вообще удалось в новогоднюю ночь так вот безнаказанно провести такую спецоперацию, чтобы нас не задержали? Это, честно говоря, пришлось и побегать несколько раз, и попрятаться. Да. Безнаказанно, но было очень сложно. Мы прятались в болотах, в холодных болотах. Мы каких-то пожилых женщин встретили в местах очень странных для встреч. Ну, смотрю на дозиметр, они 4 миллирентгена, 4000 микрорентгена. Смотрим, идут какие-то люди. В кустах, причем, ну как. В оранжевых жилетах. Зай. Очень что-то грубо на нас крича. Да, стоять. Ну, мы в это время убегаем. Естественно, мы не стояли. Ну страшно. Мы были близки к провалу, но мы все-таки добрались сюда. Да. Не на машине, а пешком. Только что у нас взорвался шарик. Очень страшно. Мы думали, может, что-то на АЭС снова шантарахнуло. Ну что, давайте что-то. Детская шантарка. У нас уже осталось всего лишь 10 минут до Нового года. Мы еле успеваем. Не, уже почти готов. 10 минут, Стас, он открывает детское шампанское. Ваня непонятно, чем занимается. Ваня отвечает за музыку, без музыки. Да. Вот уже почти 12. О, все, ребята!
С Новым годом вас! Тихо-тихо! С Новым годом, друзья! С Новым годом вас! С новым счастьем! Давайте, короче, бенгальскими. Ванечка, с Новым годом! С Новым годом! Зажигайте бенгальские огни. Чтоб в этом году без протоколов, без запалов, те, кто смотрите, чтобы у вас все в жизни было супер, на работе супер, на учебе супер. Не, они только в начале горят. Ну что ж, друзья, всех Новым годом, дорогие подписчики. Пусть у вас все будет хорошо в Новом году. Счастья вам, здоровья вам, успехов вам во всем. С Новым годом! С Новым годом! Ну, с Новым годом! Да, сезон. Давай, за следующий сталкерский сезон. Да. Первый раз ем в жизни икру в Припяти. Да, красную. Икра не за 40 гривен, не? Я надеюсь. Я не знаю. Пробуем. Не, это хорошая икра. Дзюнкоя. Вот наступил 2020 год. Последний раз Новый год праздновали здесь, в этой квартире, 33 года тому назад. Спустя несколько месяцев после последнего Нового года в Припяти, это был 86 год, все население города было эвакуировано в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Люди бежали от радиации. Но вот спустя 33 года такое движение, как сталкерство, потихонечку вдыхает жизнь в старые, заброшенные, отсыревшие дома. Они ставят елочку, зажигают свечи, готовят себе ужин и встречают Новый год. Да, ребят? Многие считают, что город Припять мертв. Но на самом деле город Припять жив. А жив он благодаря тому, что здесь живут сталкеры. Приятно зайти в опустевший дом и вдохнуть в него хотя бы на какую-то ночь новогоднюю, жизнь. Дать немножко тепла этим бетонным коробкам, преобразить их хотя бы на какое-то время,